Всем здравствуйте! Сегодня вся страна прощается с великим актером Александром Анатольевичем Ширвинтом. Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Художественный руководитель и президент Московского академического театра сатиры, а попросту человек с большой буквы. Сейчас Триумфальную площадь Москвы перекрыта металлическими заграждениями. С 13 часов началась церемония прощания с режиссером. Тысячи людей пришло проститься с актером в его родной театр сатиры. Они выстроились в один нескончаемый поток. Всех желающих проститься начали запускать в 13 часов. С 14 до 15 пройдет гражданская панихида. Отмечается, что на сцену со словами признательности и соболезнования вышли многие актеры, спортсмены, музыканты и политики. Потом Ширвинта отвезут на кремацию, такова была воля самого покойного. О дате похорон на Новодевичьем кладбище семья сообщит дополнительно. Напомним, в 2000 году Александр Ширвинт сменил на посту художественного руководителя Московского академического театра сатиры Валентина Плучика, который ушел в отставку по состоянию здоровья. 13 октября 2021 года Ширвинт стал президентом этого театра. Вечная память и вечный покой. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Всем удачи и пока!